Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. Там маленькая лайф где-то бегает. И сейчас мы вам покажем то, что мы купили. Но сейчас только с радости покажем. А потом это будет быстро. Не быстро. Ну, в общем, это будет нормальная распаковка. Просто мы сейчас... Она будет из нескольких кусочков сделана. Но вы это не заметите. Мы это все склеим. Просто мы сейчас хотим сделать сладости, потому что нам надо завести старшего сына на sleepover party. Он уже такое ощущение, да? Что живет? Что ночует дома чуть-чуть реже, чем у гостя. У него то просто гости. Ну давай, Саш. Привет. Я здесь. Сейчас будешь пробу снимать, мы тебя будем звать. Вот, в общем, у нас план такой, мы сейчас... Он то, что отлично выглядит. Хотим... Это просто он то, что мне показывал, в чем он решил идти на день рождения. Мы хотим, короче, напиться чая с кофе, отправить этого человека в гости, а потом сделать нормальную распаковку и посидеть, поужинать, конечно. Или мы уже сейчас поужинаем? Это мы уже как бы на завтра поужинали и пообедали. И позавтракали. Так, значит, ну, давай с этой коробкой. Давай с этой, она... Это микс получается здесь. Микс, фикс, мистер. Но обычно в такой коробке продает... А ты покажи вот это, и я расскажу. Я вот думаю, может, приоткрой, пожалуйста, жалюзи, а то сейчас лица не надо снимать, будет светлее. Вот. О, класс. Так, значит, эта коробка. Такой небольшой микс. Она стоит 3,49. Цена пополам. И давай покажем... Давай достанем, а ингредиенты я покажу. Подожди, что вообще все достанем? Да, мы достанем, я переверну, потому что это сейчас это сразу и превратится в чай и в кофе. Здесь есть одна медвежья лапка, а вот одно ушко. Ушки, короче, точно такие же, как в Беларуси были советские. На комаровке продавались. Ну, на комаровке. На комаровке это они потом продавались. Раньше они продавались в кафетерии, ну, там, а в кинотеатре. Ну, для меня эти ушки связаны с комаровкой, допустим. Вот. У каждого же свое. А вот эти вот булочки, а как эти булочки описать? Какие они? Не знаю. Они свое новое тесто, да. И... Давай. С разным они бывают, с разным с джемом получается. Слоеное тесто с разным джемом. Угу. В общем, это очень вкусно. Ну вот этот набор микс, а обычно они 4, но одинаковые, в смысле в коробочке, да, бывают. Да, с одинаковым джемом. Ну, наверное, мне даже так больше нравится, когда... Да? Его можно весь съесть. Угу. Одинаковых 4 съесть сложнее. Так, ну и вот по ингредиентам. Вот по ингредиентам. То, что есть, то есть, так сказать. Следующим номером нашей программы, ну это ушки, просто а ушки. А ты просто покажи, вот, состав, да, я просто, наверное, потому что, ну... Покажу ингредиенты. Вот, точно такое же ушко, да. Там будет внутри. Покажи. Просто одного ушка на семью, на нашу мало, поэтому мы взяли коробочку. Так, стоят они $5 пополам. И цена пополам. И здесь тоже, вот они стоили 3,49 и цена пополам. Да. Ушки и... вот такие, Сережка, покажи поближе. Я же покажу. Еще короче, они вкусные, хрустящие. В общем, точно так, как раньше за 7 копеек. Ну, а... набор полицейского. Да. 3,99, 50%. С кленовым сиропчиком, они пахнут очень. Глазированные донутсы. Так, значит, что вот, давайте по ингредиентам пройдемся. Можно почитать. А тут даже вот такая таблица есть, можно посмотреть. Так, 50 грамм. Один донос, 220 калорий. Блин. Все, один донос съел, до завтра есть, Сереженька не будет. Свободен. Один донос и свободен. Не, ну я на самом деле донусы люблю, но я больше люблю вот эти вот всякие вот ушки, медвежьи лапки и вот эти вот слоеники. А я на самом деле, когда кушаю, никогда калорий не считаю, ничего не смотрю. Потому что я считаю, все дело в объеме пищи. Прямо я сижу и насчет так считаю. Нет. Ну, вот знаешь, моя племянница Дианочка, да, она когда, она и так, она такая худенькая, да, ну вот тростиночка, но когда она думает, что она поправилась, она сразу же включает какие-то там калории-калькуляторы и начинает там подсчитывать. Ну, может быть, однажды это полезно и сделать. И она говорит, что ей, она типа вот когда просто уменьшает порцию, да, она не так худеет, как когда считает калории. Ну, мне кажется, это вот, ну, чисто ну, каждый кому как легче, да. Да. Мне кажется, вот, что нужно просто меньше жрать. Кушать.
Нужно меньше. Давай я его разрежу, покажу, давай. Потому что он внутри не такой, как те донутсы, которые мы недавно показывали и разрезали. Вообще непонятно, как лучше, когда солнце светит или когда светит лампа. У них немножко другая, как бы... консистенция. Да, да. А кленовый сироп мы узнали здесь, в Америке, когда были первый день на... Не первый день, а первый раз. Помнишь, как первый это называлось? Первый год. Это называется Anza Around the World. Anza вокруг света. Каждая... Ну, у нас очень много интернациональная школа. У нас ребята... Здравствуй, мальчик. Чего ты будешь? Саша, ну как до нас? Можно кушать. Блин, когда солнце... голодный, да, Саш? Саша, ты знаешь, что если будешь есть донат, ты станешь полицейским? Мама не хочет, чтобы Саша был полицейским. Поэтому Саша станет... Саша, знаешь это или нет? Саша станет зубным врачом, Саша. Да-да-да, как твой дантист. Нам дантист вчера сделал так приятно. В общем, я уже давно рассказывала историю про нашего дантиста, как мы нашли друг друга. И вчера... Он такой, ну, там, привет, мама, так рад тебя видеть. Он всегда обращается не по имени, а мама, да. Так рад тебя видеть. Посмотрел Сашу, огорчил Сашу тем, что ему нужно вырывать зубик. Саша расстроился. Саша, покажи, сколько надо рвать. Ну, у него уже там просто другой вырос. Вот. Ну, и факт, что в конце он встал. Вот ему табуретки не хватало. И он сказал, когда пожимал мне руку, спасибо. Блин, я говорю, класс, ты говоришь по-русски. Вот. Просто он, ну, очень милый врач, это просто, ну, детский стоматолог от Бога, вот как я его наградила множеством званий. Он классный дяденька. Ну что, переходим к следующему продукту? Саша, давай следующий продукт попробуем. Мы продолжаем. У меня сегодня аж два ассистента. Так, ну давай, Катаринка, что ты первое хочешь показать? Давай. Саша, strawberry. Давай. Кофеин-фри. Так, это Катаринка выбрала себе такой напиток. Вообще она планировала его взять с собой на отдых, но... Но походу он начнет отдыхать уже сегодня. Так, ну вот, конечно, тут все блестит. 150 калорий. А, вот так вот что-то немножко видно. Вот для тех, кто очень-очень хочет. Блин. Даже не знаю, какие... Как и показать. Бутылка не предназначена для того, чтобы ее снимали. Ну, немножко вот так вот видны ингредиенты, совсем чуть-чуть. Так. В общем, вот такой напиток. Идет в сторону. Что у нас следующим номером, Катарина? Шоколадные. Шоколадные. Вафельки. Вафельки. Давай. Так, значит, у нас вообще сегодня товары из трех магазинов. Это Костка, 99 центов, и Smart and Final. Так, эти вафельки, и, кстати, как и предыдущий напиток, из 99 центов. Все по 99 центов. Вафелек 150 грамм. Так. Кстати, разверни, пожалуйста, эти, наверное, ингредиенты. Ну, это да, ты немножко ее разорви, ничего страшного. Да, мы ее можем открыть и показать, это что у нас тут остается, так сказать. Может и не доехать. Срок годности у нас до... Декабря 2019. Да. Вот такие вот, значит, ингредиенты. Вес я показал. А, вот эту всю сторону разбираем. И вот такие вот... Оп. 110 калорий. Открыть? Да, сейчас откроем. Что? Три вафельки? Три вафельки, 110 калорий? Очень грустный продукт. А возьми тарелочку какую-нибудь. Три вафельки это просто попробовать, а даже не кофе попить. А, они типа большеваты, я думал они квадратные. Ну, за тарелочку. Квадратных было бы 6. Такие вот, короче, вафельки. Спасибо. Да. Но они очень шоколадные. Сашка, на попробуй. Вот такие вафельки. Катарин, ну как?
Я разрежу, покажу, да? Главный пробовальщик. Так. Наша? Не понравилось. Саша, не понравилось тебе? Ну, в общем... Катаринка, тебе нравится? Так, ну, хочу узнать, что они делали. Я могу сказать, что вкуснее были те ореховые и ванильные. Которые мы все раз покупали. Да, Сашка? Это что, кофе? Нет, нет, это шоколадные. Но они... Ну, не знаю. Ну, не знаю, на любителя. В общем, ореховые и ванильные нам понравились больше. Переходим к следующему продукту. Что там следующее, Катерина, у тебя? Я просто скажу по-английски. Cheese nibbles. Отлично. Какие мои. Их любят все в нашей семье. Ну, я больше. Ну, это, скажем, такой десерт. Так. Сейчас узнаем, сколько можно съесть. 28 грамм, 150 калорий. Так, вот чего там есть. И ингредиенты. А, кстати, на вафельках мы не посмотрели. Они там ГМО, не ГМО и прочие дела. Так, вот, значит, то, что в этих сырных палочках. Они, кстати, вот этот значок глютен-фри там или что? В них бывает, не бывает? Я не знаю. Нет, ничего. И на вафельках тоже ничего не было, по-моему, да? Ну, эти продукты ничем не обозначены. Ну, палочки мы открывать не будем, потому что описать... Это хрустящие вкусные палочки, а описать... Можем, когда пьем Power Springs, показать? Да, как их вкусно кушать. Что там следующим номером? Пиратские попы. Кукурузные палочки. Нет, но попы. Мы их не открываем, потому что мы их показывали в Костке. Да, да. Это... С виду точно кукурузные палочки, как в Беларуси. Единственное отличие, что они не в сахарной пудре, а в сырной пудре. Они сырные. Так, что тут у нас интересного может быть? Интересного может быть срок годности. Ноябрь 19-го. Так. Они глютен-фри, кстати. Вот. Где-то написано? Вот. Ага. Вот сначала. Но... Глютен-фри. Большим вот буквами. Ага, да. А я показываю и не вижу. Так, и смотрим на факты и на из чего. Так, значит, можно скушать. В контейнере 18 штучек они предполагают. И будет это 140 калорий тоже. Все очень калорийно. И ингредиенты. Па-вам. Так, ну вот, вроде бы все про палочки. Так, следующим номером нашей программы. Что? Я сделала так маленькую шутку. Ну давай шутни. I like big button. Это что значит? Катаринка, что ты сказала? Что ты пошутила? Ну, типа, я сказала, мне нравятся большие, это... Как они называются? Бургеры? Булки? Не, ну, просто хлеба. Булки? Большие. Мне нравятся большие булки, я не могу сказать. Что? Лай. Люблю? Не. Нравится? Не знаю, как понять. Ты подумай. Неправда. Неправда? Так это правда или неправда? Я не могу сказать неправда. Ну, ты скажи по-английски, мы поймем. Так, значит, что у нас здесь? 12 булок. Одна булка 210 калорий. Это она еще без начинки. Представляю, что будет, когда мы в нее сыра наложим и колбасы. Но мы колбасу не будем ложить? Колбасу, будем ложить куриную грудку. Куриную грудку. Это колбасу я так уже бейкер. Для красного словца. И ингредиенты. Значит, эти булки из Костка. Они вот такие с кунжутной посыпочкой. Ну, в общем, они точно так выглядят красиво, как и в Макдональдс. И сколько они стоили там? 2,99, по-моему, да? 2,99, 12 штук. Так. Так, давайте этот сыр уберем. Значит, этот сыр приехал
нам из Smart & Final. Так, вот его калорийность и состав, и все дела. Обычно мы берем сыр в костку, но в этот раз мы немножко сбились, и поэтому купили его в Smart & Final. Срок годности 19-й год, сентябрь. Так, давай, Катаринка, что там у тебя? Я не знаю. Мне кажется, ты оливки уже показывал. Товар из магазина 99 центов. Одна баночка 99 центов. Мы их там постоянно покупаем. Мне где-то срок годности, Зайка, тебе видно какой? 22-й год. А, вверх ногами. 22-й год. В общем, оливки, как оливки. Так, еще. Ну, давай, Катерин. Давай, Чеффилл. Давай. Еще один классный товар из 99 центов. Здесь много таких. Завтрак туриста. Так. Надо, кстати, вот сейчас, Зайка, я покажу, а потом ты еще посмотришь, что у него с содержанием всякой всячины, там что-нибудь есть или нет. Мы взяли куриные и взяли две креветочки. Вообще эти штуки у нас Сашка больше всего любит. Вот, это... Рамен. Нобл со своей любимой. Короче, это походная еда. Так, ну вот. Различные nutrition facts. Различные составляющие. Да, кстати, будет интересно, сравните, из чего продают эти нудлсы в Беларуси. Из чего они сделаны. И чем они отличаются. Ничего не нарыло, Зайка? А это эти креветочные. Получается, магазин вернее, товар из магазина 99 центов. И стоит он 5 пакетиков на доллар. Вот. Так. Дальше. Может быть, напитки уберем? Давай напитки уберем. Тогда будем идти. Так, напитки мы брали в Smart & Final. Сравните, пожалуйста, так сказать, с тем, что продается у вас. По калориям, по составляющим, по ингредиентам. Вы можете сравнить оригинальный напиток, но так как он сделан в Америке, и с тем напитком, который делают на территории вашего проживания. Так, факты и ингредиенты. Так, и Сашка попросил, чтобы мы ему купили вот такой вот. У нас, короче, у всех вкусы разные. Мы с Маришкой любим колу, Антошка пепси заказал, Катаринка красную. Мне все нравятся. А Сашка захотел вот этот рыженький. Так, ну вот, по напиткам вроде разобрались. Снимаем, убираем. Опа. Так. Ой, ну что, давай, может, эти чипсы уберем. Так, значит, вот эти чипсы мы тоже пробовали в костке. 2 ЛБ. Стоят они что-то около $5, по-моему, или сколько, я не помню уже. Ну, короче, можно глянуть в магазине. Я просто уже озвучила, что глютен-фри. Я вижу. И без ГМО. Вот. Чипсы – это очень полезная и вкусная еда, особенно с этим, с напитком, с колой особенно, ага. Да. Это все ученые доказали. Классно. Поэтому... Спасибо своего дантиста. Да, и дантисты говорят, если вы будете есть чипсы с колой, то это все у вас будет хорошо. В смысле, хорошо будет у него. Так, ну вот, пошли по калориям. 28 грамм, 150 калорий. И так далее, и тому подобное. Все видите. Зато холестерола нету. Зато что еще там? Протеина 2 грамма. Тоже хорошо. Железо есть. Потом объясню. Так, ну и вот ингредиенты. Главная составляющая. Картофан. Так, это значит товар из Коста. И следующее. Это наш Антошка любитель. Купил себе пачку чипсов. Лейсов в магазине 99 центов. Что вот это вот у него зеленое здесь написано, я не понимаю, какой-то знак. Так, значит, срок годности май 19-го. А в 19-м же, mm-hmm.
А по этим-то ничего нет у меня. Что там не гарантирует что-то? Не гарантирует свежий. Угу. Так, ну и вот можете опять же сравнить оригинальные лейсы, состав и калории с тем, что продается у вас. Что делают? Так. Ингредиенты. Есть такое дело. И еще мы купили вот такое грызло. Его как-то Сашка полюбил в нашей семье. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Нигде ничего не видно, никаких знаков отличия. Значит, здесь кило 130 грамм. Вот такие вот разные в нем находятся снеки. Их можно сравнить, наверное, в Беларуси, вот если взять сухарики всякие, вот эти пиво там и прочее. Это вот такие вот тоже солененькие сухарики. Ну, со своеобразным каким-то вкусом. Вот. С такими вот составляющими. И вот с такими ингредиентами. О, вот так вот не отсвечивает, хорошо видно. Все. Годные аж по 20-й год. Так, что у нас еще? Еще мы для Palm Springs конкретно купили вот такие вот такосы, буритосы, блин. Такитос, это такие маленькие. Короче, это вкусно. Здесь их 30 штучек. Да, мы сейчас откроем, сейчас мы посмотрим, что в них. Их можно готовить в микроволновке, их можно готовить в печке. Так. Почему я табличек у них никаких не вижу? С другой стороны. Так, что это за значок с настоящим сыром? Так, вот, значит, сразу их факты и ингредиенты. Опа. И сделано у нас, что тоже немаловажно. Ну, давай, зайка. Покажи, что почем, как вы хотите, с мечом. Оно уже не, как бы, не станет плохо, пока мы не придем. Короче, это вот такие вот, как бы в блинчики завернутое мяско с сыром. Но там не фарш мяско, а там курочка кусочками нарезана. Да. Куриная грудка. А в ингредиентах надо читать, и будет понятнее. Ну, вот такие вот две пачки. Так, что там, Катаринка, у тебя? Давай. В общем, Сашка хотел маленькие бургеры. Это не те, которые... Но это не те, которые мы когда-то покупали, которые ему понравились. Но мы решили взять на всякий случай вот такие. Как говорится, на свежем воздухе. Может, эти даже покажутся еще лучше, чем те, что были. Правильно? Так. Как бы это их покрутить, повертеть. Ага. Вот таблица с нашими фактами и ингредиентами. Ну, давайте покрупнее. Блин, ну 260 калорий. Много. Даже сахар там 3 грамма. Витамин А 6%. Железо, кальций. Ну, в общем, полезные булки. Так, ну вот ингредиенты. В общем, их тут очень много. Не поленитесь, почитайте. Так, на них нету спецзначков каких-то? Нет, я посмотрела. 17 грамм. Протеин. Очень хорошо. А вот. А, и готовить можно их, значит, вот получается в микроволновке. И, наверное, в печке тоже, или просто в микроволновке тоже? Я думаю, что в печке тоже можно их готовить, ничего не случится. Так, ну давай покажем и сами хоть посмотрим. Мы этого бренда что-то покупали. Только я не вспомню, что. Блин, класс. Саша, иди смотри, какие булки купили. А здесь получается бутербродик с... Так нифига себе кусочек сыра тут лежит, так, я тебе скажу. Сыр, яичко. Два сыра. А, зайка, это яичко. Это яичко такое большое? Это что, страусиное, да, яичко? Смотри. Индейка, яичко и сыр. Хорошо. Зай, что тебе не понравилось, как выглядит? Сашка еще не видел, как это выглядит, когда из печки достанется. Короче, мы его разберем в Palm Springs, и вы сможете его увидеть в Инстаграме.
Да? Ну да. Ну хорошо, вот смотри, вот. Вот я понимаю, булка, котлета. Что вот это белое? Яичный белок. Ну, тут же написано. Так подожди, оно что, поджарим? Давай разберем эти. Ой, котенька, и сейчас ты его съешь на радостях, да? Сейчас не съем, я только что наужинался, но завтра я его утром съем, блин, как дети в школу. Значит, котлетка. Короче, вскрытие. Белок яичный. Это белок яичный? Ну, да, Сережа. Папа, там написано. Это сыр вкусный. Блин, а желток где? Зайка, он заморожен. Зачем ты ее заморожен? Реально. Реально белок яичный. А куда желтки пошли? Улетели. Все. Оп. Ну, короче, классная булка. В нее надо будет добавить... Зелень. Кетчуп. Да. Вот эти огурчики наши. Угу. И это будет вообще отлично. И таких их в упаковке... 12 штук. 12. Это, ну, наверное, отлично. Макдоналдс один я давал the morning menu с эго. Да? Ну, не знаю. У Макдональда тоже с яичком бывает. Да. Так, и теперь самое главное блюдо. Нет, так, я возьму. Оно не главное, оно... О первых днях... Это вкус Америки. Да, это вкус Америки. Мы жили в отеле, в котором тоже была микроволновка. И мы в Костке купили такие, и, в общем, наверное, пока мы не... Это было знакомство с Косткой, это был один из первых продуктов из Костка. Пойду ножницы возьму. Давай. Вот, и мы купили, значит, вот эти вот митболы. Давай, Катаринка, я их пока покажу, пока мама не открыла. Папа, ну, сойдет. И ничего страшного. И мы купили еще, ну, как это сказать, эту замороженную смесь. Вот. И готовили это в микроволновке. Вот, все это микроволновочки можно готовить. Один. Да. Значит, здесь 6 ЛБ, 2 килограмма 720 грамм. Цену вы видели в Костко. В общем, кто приедет, кто в Америке, тот наверняка пробовал, кто нет, ну, просто рекомендуем, это классное блюдо. Вот, а кто приедет, обязательно начинайте свою жизнь из Костко с этими митболами, и вы почувствуете то, что почувствовали мы. Это на самом деле классно и запоминается на всю жизнь. Ну, кто-то, может, что-то с другого с чего-то начнет. И... Можно с креветок. Тоже будет классно. Ну, для меня этот запах, вот когда открываешь пакет, сразу переносишься воспоминаниями в этот самый, в эту гостиницу, когда мы только въехали, вещи разбросали. Ну, прямо что-то у нас вещи разбросали. Нет, ну, везде чемоданы эти лежали, ну, там, в таком плане у нас же, ну, там... В общем, они классные. Ну, давай. Пап, ты с таким аппетитом рассказываешь. Ну, потому что они вкусные. Муха, не бойся. Ну, вот такие вот мясные шарики. Когда приготовятся... Папа, они очень сочные. Они будут темно-коричневые почему-то, они становятся же, да? Ну, темные. Но они такие, они не светлыми, не выглядят такими светлыми. И что еще? Они очень сочные, их очень вкусно. Ну, за... Первые дни мы, когда вот приехали, мы их кушали, получается, с овощами, потому что варить там, допустим, рис какой-то или еще что-то было невозможно. Не было возможности. В отеле. Вот. А потом мы уже его ставили там с рисом. Вот так. Вот. Ну, вот такая небольшая распаковка с главным ассистентом, который помогал носить коробки на кухню и пакеты. Задавайте вопросы, спрашивайте, что вам еще интересно, мы будем стараться все показать. Некоторые продукты мы не показывали, которые покупали, потому что мы их показывали раньше. В общем, кому интересно, можно посмотреть. Да. Другие. Вот. Ну, понятно, что постоянно появляются новые зрители. И, конечно, потом попозже мы еще раз повторим, что-то покажем. Вот, вы все увидите, все узнаете. Ну, задавайте вопросы, мы будем стараться на них отвечать. Стой! Что? Ну, наверное, конец. Всем пока-пока. Хорошего настроения. Вы были на канале «Наша жизнь в мире». Не лайк, it's my life. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И до встречи в новых видео. Bye-bye. Пока.